Предсказание сделала сегодня в разделе «Весь мир 2019». И зима, и лето будут очень жаркими. Температура в мире даст скачок вверх в этом году, то есть в 2019. Таяние ледников резко усилится, что вызовет много катастроф, особенно в прибрежных районах. Так, теперь из расписания катастроф. Затопление пишу только о крупных. Дания, Англия, Япония. Ну, писать надо много стран, так как этот год будет очень жарким, температура резко скакнет вверх, затопление тоже затронет все прибрежные страны. Много островов уйдет под воду, причем резко. Ну вот хочется как бы отдельно по Дании сказать, что ее постигнет очень печальная участь. И, в общем-то, Дания виновата сама. Это все, в общем-то, за дельфинов, за убийство дельфинов. Так вот, когда люди будут плавать в воде и тонуть, дельфины будут их спасать. Потому что дельфины более добрее, умнее и лучше, чем люди. Особенно датчане.